أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые телезрители, рада вас приветствовать на телеканале Хади ТВ 3 на передаче «Ваххабизм». И, как всегда, хотелось бы вкратце напомнить то, что в данной передаче мы говорим именно о ваххабизме, об истории ваххабизма, и также в дальнейшем будем рассматривать идеологию ваххабизма. И для разъяснения данной темы мы пригласили к нам в студию Худжатуль Ислам валь Муслимин Шейх Курбана. Шейх Курбана, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам. Шейх Курбана, хотелось бы вкратце напомнить, мы с вами говорили о, начали об истории ваххабизма, и так как родоначальником ваххабизма является именно Ибн Таймия, мы начали говорить как раз-то о нем, о его жизни, что происходило в те времена, в которые жил Ибн Таймия, и вообще как зародилось это идеология у него, которой обладают сейчас ваххабиты. И мы сказали, что все началось с письма Рисалатуль Хамавия. И потом вы рассказывали то, что после того, как он написал это письмо, уже со стороны суннитских великих ученых, он был обвинен в, скажем так, неправильном следовании традиционному исламу, скажем так. И в итоге так получилось, что он был изгнан из Сирии в Египет. И, как я понял, в конце в Египте он все-таки был заключен под стражу. И хотелось бы продолжить, что дальше происходило в жизни Ибн Таймии. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. يا приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы говорили, да, то есть это был 705 год хиджры, когда в Дамаске судили бы Ибн Таймию, и в результате трех заседаний, трех собраний, он было решено изгнать его в Египет. Изгнать его в Египет. То есть мусульманские ученые и судьи решили, что нужно этого человека изгнать из Дамаска, из Сирии, и выслать его в ссылку в Египет. И прибыв в Египет, он тут же был... А почему именно Египет? Ну, это почему туда выслали, я, конечно, не знаю. Ага. Я не встречал объяснений. Ага. Объяснений. Возможно, это предположение, опять-таки. Ага. Возможно, ему предложили выбор. Попросили его покинуть город и страну. И, возможно, предложили выбор, возможно, он сам выбрал. Это предположение. В любом случае. В любом случае, по прибытии в Египет он тут же был осужден, тут же был, и на этот раз его не осудили на высылку, его не выслали куда-то. Его прямиком отправили в темницу, отправили в темницу прямиком. Опять-таки, почему в Дамаске с ним так не поступили, почему в Дамаске с ним... нежничали, так скажем, почему в Дамаске решили его выслать. Возможно, было это связано с тем, что среди обычных людей, среди толпы в Дамаске у него были все-таки свои последователи, кстати, некоторые из которых переехали вместе с ним в Египет, то есть они не оставили его, а перешли. Но это были не ученые, это были просто обычные люди. Обычные люди. Возможно, в Дамаске как бы из-за этого и решили не отправлять его в темницу, а выслать. Ну, а в Египте уже у него таких последователей. Он не успел в Египте заработать авторитет. В Дамаске он заработал себе авторитет. Он с детства вырос там, возглавлял целую духовную семинарию, целое мадресе. И поэтому так или иначе успел за свою жизнь заработать какой-то определенный авторитет среди народа. Возможно, из-за этого. Uh-huh. Но в любом случае в Египте его осудили. Его осудили и посадили, бросили в темницу. Посадили его в тюрьму, известную, как говорит Ибн Кясир в 18 томе своей книги на 56 странице, известную как Джубба.
Так он пребывал почти год, то есть около года он пребывал в этой тюрьме, в этой темнице, если хотите, в Египте. То есть 2705 года по 706 год он пребывал в этой тюрьме. Но в 706 году ему дали еще один шанс, еще одну возможность. То есть ему предоставили возможность. И об этом пишет... Это уже в Египте, да? Ему да, в Египте. Это пишет Ибн Кясир, опять-таки, в своей книге «Аль-Бидайя ва Нихая». Это то же самое издание 2003 года. Издательство «Дару Алямиль Кутуб» 2003 года. 20 томах издания было. 18 том, 62 страница. 18 том, 62 страница. Ибн Кясир – это события, то есть он описывает в данном разделе, на данной странице события 706 года. Он говорит: «Шейх Тагиюддин ибн Таймия масджунун биль джубби мин калат аль джабаль». То есть он находился в джубби, был заточен в джубби, в крепости, в горной крепости, то есть его выдержали в крепости до 2006 года. Но в этом году ему предоставили возможность. Это какого года, прошу прощения? 2006, я опять сказал. Да. 706 года. То есть, я прошу прощения, оговорился. Итак, до 706 года его держали в этой тюрьме. И что произошло дальше, Ибн Кясир описывает на 65-й странице 18-го тома. Он говорит: «Ва фи лейлати Эйд-эль-Фитр», то есть в праздник разговения, праздник окончания Рамадана, поста, «Ахадар аль-Амиру Сейфуддин Саллар наибу Мисра аль-Кудата Саласа». То есть эмир Сейфуддин, наибу Мисра, то есть эмир Мисра, призвал трех судей. То есть это что за судьи? Это представитель шафиитского мазхаба, представитель ханафитского мазхаба и маликитского мазхаба. То есть представитель трех мазхабов он призвал. Зачем? «Ваджамаатан мин аль-фугаха», говорит Ибн Кясир. И другие, и нескольких, и группу других ученых, других факихов, других мусульманских ученых. Кем были судьи, он говорит: «Фалькудату аш-шафиию валь-маликию валь-ханафию». То есть судьи были шафиитами, маликитами и ханафитами. «Валь-фугаха». А кем были факихи, ученые мусульманские? Он приводит имена. Аль-Баджи, это Аль-Баджи, Аль-Джазари, Ан-Намрави, Аль-Джазари, Аль-Баджи. То есть он три мусульманских ученых перечисляет Ибн Кясир. «Ватакалляма фи ихраджи шейх Тагиеддин Ибн Таймия мин аль-хабс». То есть они говорили, обсуждали о том, можно ли Ибн Таймию выпустить на свободу, можно ли его освободить. «Фаштарата ба'ду аль-хадирин шрудан алейхи фи далика». Они поставили условия перед ним для его освобождения. Это мусульманские суннитские ученые судят Ибн Таймию, понимаете? Поставили перед ним условия. Минха. Одним из этих условий что было? Минха. Одним из этих условий было следующее. «Аннаху яльтазиму бирруджуи анбаадиль акида». Что он должен, поставили перед ним условия его освобождения, что он должен отказаться от некоторых своих убеждений. Это говорят суннитские ученые, судят в очередной раз, в очередном городе очередные суннитские ученые, не согласны с его убеждениями и судят его, и ставят перед ним условия его освобождения. Что бы сделал бы сам Ибн Таймия, ответьте мне вот в данном случае? Убил бы. Вынес бы. Вне всякого смертный сомнения. Смертный приговор. Всем бы вынес смертный приговор. Он не является представителем ислама, он не является олицетворением ислама, исламского учения Ибн Таймия. А то, как с ним обращаются эти люди, эти суннитские ученые, суннитские правоведы, вот это есть эталон обращения.
несмотря на то, что он преступник, он искажает религию, несмотря на это, ему дают возможность. Сеет раздор между мусульманами. Сеет раздор, разногласия, призывает к убийству одних мусульман, других мусульман. И большинство мусульман, согласно фетвам, должны быть убиты. Большинство мусульман, согласно его фетвам, должны быть убиты. И несмотря на это, ему дают возможность отказаться от своих убеждений. وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ لِيَتَكَلَّمُ مَأَهُ فِي ذَلِكَ. И эти ученые, эти факихи, эти мусульманские деятели отправляют ему письмо, чтобы привести его для обсуждения данных условий, данного освобождения. Ну, Ибн Таймия фамтана амин аль-худур. То есть отказывается являться на собрание. وتكررت الرسل إليه ست مرات. Ему шесть раз повторяют это послание. То есть повторно еще шесть раз его призывают явиться. Призывают прийти и обсудить условия его освобождения. فسمم على عدم الحضور. А он решает, что этого не будет делать. Да? То есть это событие 706 года. В 705 году его посадили, в 706 году дают ему возможность, но он отказывается. В 707 году пишет Ибн Кясир, ему предлагают освобождение, то есть его уже в 707 году освобождают из тюрьмы. То есть судьи, мусульманский ученый решает, что его нужно освободить, и предлагает ему выбор: остаться в Египте или же вернуться в Дамаск. Он решает. Шейх Курбан, я прошу прощения, можно мы продолжим это после небольшого перерыва? Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После нескольких секунд мы встретимся с вами снова. Братья и сестры, мы снова с вами. Хотелось бы напомнить то, что вы находитесь на передаче «Ваххабизм», где мы рассматриваем историю ваххабизма. И для разъяснения этой темы мы пригласили к нам в студию Худжатул-Ислам Валь-Муслими Шейх Курбана. Шейх Курбан, я снова приветствую вас. Шейх Курбан, вы сказали, что в 707 году все-таки Ибн Таймию освободили. И такой вопрос, что произошло дальше? Да, ему предложили выбор между тем, чтобы остаться в Египте, и между тем, чтобы отправиться обратно в Дамаск, на свою родину, где он вырос, он решает остаться в Египте. Угу. Это был 707 год. Я, так как немножко затянулось все это, я опять-таки, это Ибн Кясир пишет на 72-й странице 18-го тома Аль-Бидайя ван-Нихая. Это Ибн Кясир там пишет. Это относительно того, что его освободили. Да, да, говорят о том, что говорит о том, что его освободили и предложили ему выбор, остаться или уехать. Он остается. Это 707 год, обратите внимание. Но через несколько месяцев, в том же году, в 707 году, в египетский суд поступает жалоба на него. Жалоба на него в 707 году. Это Ибн Кясир также описывает, он приводит здесь ученых, имена ученых. Здесь очень важно обратить внимание, на что была жалоба, в связи с чем была жалоба на Ибн Таймию. Жалоба была по следующему случаю. Жаловались на него мусульмане на то, что он оскорбляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть буквально несколько месяцев он успел пробыть на свободе и уже успел оскорбить его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
И за это опять его судили. Судил на этот раз его шафиитский ученый. Но опять-таки я, чтобы не затягивать, все это читать не буду. На судебном заседании была группа ученых, опять-таки Ибн Кясир все это приводит. В итоге его опять-таки посадили. То есть за, обратите внимание, Ибн Таймию посадили за оскорбление его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как это произошло? Где именно? Что он сделал такое? Что здесь он такое сказал, по крайней мере? Я не знаю, интересно. Здесь не описывается, говорится только о том, что суд был в связи с оскорблением его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но опять-таки, мы должны понимать, что это история, и то, что до нас дошли вот эти вот события, вот эти факты, это еще... За это нужно благодарить, а там детали уже. Скорее всего, вот я тоже слышал что-то. Я не знаю, просто сейчас не могу вспомнить это относительно Мухаммада ибн Абдул-Вахаба говорят или ибн Таймии. Но я предполагаю, что как раз-то относительно ибн Таймии говорят, то, что когда он поднялся, если не ошибаюсь, на мимбар и сказал такие слова, что мой, как называется-то, мой посох является более полезным, чем кости пророка, которые, допустим, лежат у него в могиле. Что-то вроде этого. Нет, он сказал чуть по-другому. Но я могу случае, ошибаться. В любом конечно, случае, да. Это было высказывание Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Это не высказывание ибн Тайми. Здесь нужно понимать одно. Наверное, что-то такого рода было. Нужно понимать одно. Да, эти подобного рода оскорбления. Нужно понимать одно, что ибн Таймия и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и их последователи, они называют себя мусульманами, они называют себя приверженцами мусульманского учения. И даже, но при этом, понимаете, это люди, которые на самом деле не уважают ни его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху. Чтобы понять, о чем я говорю, вот представьте себе, эти люди, которые говорят, что мы сунниты. Но при этом мы видим конфликты с суннитами. Это еще, конечно же, мелочи, то, что происходило в жизни Ибн Таймии. То, что происходило во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и после Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, что ваххабиты и что последователи Мухаммада ибн Абдул-Вахаба делали с мусульманским населением, которое было суннитским населением, то есть, что они делали с суннитами, они никогда не делали ни с одним неверным, ни с одним христианином, ни с одним иудеем и ни с одним последователем непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете, вот в чем их маска, в чем их вот это двуличие. Они называют себя мусульманами, но при этом убивают мусульман. Называют себя суннитами, при этом убивают суннитов. Но мы к этому вернемся, мы еще обсудим это. Мы это еще разберем из жизни Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его учеников, его последователей, которые были, как они поступали, и вы увидите, что это самое враждебное к суннизму за всю историю человечества течение, это ваххабизм. Хотя кем они маскируются? Это трусливые люди, которые говорят, что мы сунниты, на самом деле таковыми не являясь. Вот еще один пример их трусливости, самый вопиющий пример их трусливости. Они считают, в том числе Ибн Таймия и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, считали, что нельзя строить мавзолеи, нельзя строить сооружения над могилами людей, в том числе выдающихся авторитетов религиозных людей. Да? И в связи с этим они разрушили, обратите внимание, многие памятники истории, которые напоминали мусульманскому обществу, напоминали мусульманам о прошедших событиях, о многих героических событиях. Например, они разрушили могилы шахидов, могилы мучеников, которые пали при Ухуде, в том числе Хамза ибн Абдаль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти могилы, эти сооружения, они были памятниками, они напоминали нам и мусульманам, всему мусульманскому миру напоминали о событиях, которые произошли, об этих величайших людях нам напоминали, держали, сохранили среди нас память об этих людей, но они все это разрушили, и многие другие могилы разрушили, но при этом их собственные некоторые могилы мы наблюдаем. Почему они не разрушают могилы его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Да, интересно. И более того, что
там над его могилой, над могилой его светлости, хотя они считают, что нужно разрушить. Они считают, что нужно разрушить, недозволено строить мавзолей. И при этом над могилой его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, стоит огромный мавзолей. И это не просто мавзолей где-то в где-то на кладбище, как это было с Ухудом и многими другими сооружениями, которые они разрушили. Этот мавзолей напрямую примыкает к мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, то есть ко второй по значимости мечети в мусульманском мире. Что по их идеологии, что по их фетвам, это вообще вопиющее преступление. Строить, когда мечеть находится рядом с могилой, и при этом еще над могилой находится мавзолей. Так почему они не разрушают? Просто это лицемерные люди, двуличные люди. Они подстраиваются под события, подстраиваются под те или иные обстоятельства, маскируются, в том числе под суннитов, говорят. Вот почему они не хотят признаться, что они ваххабиты? Почему они говорят, ваххабитов не существует? Когда говоришь ваххабит, они ухмыляются, говорят, а кто это такие? Ну, что значит, кто это такие? Это те люди, которые вот исповедуют то, что исповедовал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и ибн Таймия. Ту идеологию, за которую судили ибн Таймию суннитские ученые. Они говорят, мы сунниты, мы мусульмане. Вы не сунниты. Вы не сунниты. Почему? Потому что вашу идеологию суннитские ученые прошлого осуждали и современные осуждали. И говорит мусульмане, ну, среди в исламе прекрасно известно, что есть разные разногласия. Когда мы говорим шафиит, он же не может сказать, нет, я не шафиит, я мусульманин. Он и мусульманин, и шафиит. Почему эти люди, эти лицемерные люди отвечают, что они ваххабиты? Почему? Потому что они знают, что это позорное убеждение. Они знают, что это позорное течение. И поэтому маскируются под суннитов. Говорят, мы сунниты. Ахли сунна валь джамаа. Ничего подобного. И близко они не стоят к суннизму. И я к чему все это приводил? К чему я приводил все эти события, которые происходили в жизни ибн Таймии? К тому, чтобы дать понять, что к суннизму это отношение не имеет. И более того, что к суннизму не имеет отношения. Еще яснее то, что они салафитами не являются на самом деле. Они говорят, мы салафиты, то есть последователи предыдущих поколений. Но где? Мы видим, что самый первый ваш идеолог Ибн Таймия был осужден за свои нововведения, за свою идеологию, за свои убеждения. Почему? Потому что это было нововведениями. Мусульманский мир впервые сталкивался с этими убеждениями. О чем это говорит? О том, что до этого это все не исповедовалось, это было чем-то новым. Да. И вот в 707 году хиджры его осуждают за оскорбление его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он пребывает в тюрьме. Сколько лет? Год. Год, а? На следующий год его освобождают. Он остается какое-то время. То есть в 708 году, это опять-таки Ибн Кясир в своей книге «Аль-Бидайя ва-Нихая» все это описывает. В 708 году, я здесь называю года, если кто-то хочет прочитать слова самого Ибн Кясира, он поделил свою книгу «Аль-Бидайя ва-Нихая» на года. То есть я когда говорю тот или иной год, вы можете просто обратиться в раздел, который посвящен тому или иному году, и встретить то, что он пишет. И чтобы я уже не затягивать данный вопрос, больше не буду приводить, не буду читать, зачитывать слова Ибн Кясира. В 708 году он освобождается из тюрьмы и какое-то время остается в Каире. После переезжает в Искандария, Александрию переезжает. И это, то есть в 708 году его освобождают, в 709 году он переезжает, до 709 года остается в Каире, и потом переезжает в Александрию. 8 месяцев он остается в Александрии, потом возвращается, через 6 месяцев возвращается в Каир, какое-то время остается там до
12 года, 712 года, то есть 700, с 709 года по 12 год он остается в Каире. Занимается преподаванием, занимается, издает фетвы и так далее. А позже переезжает уже в Дамаск, в свою родину. То есть 700, до 712 года остается в Каире, а потом переезжает в Дамаск. И так в Дамаске он пребывает до 18 года. До 18 года он также преподает, издает фетвы. У него имеются последователи, которые спрашивают у него, задают ему вопрос религиозный, на который он отвечает, то есть издает фетвы и так далее. Но в 718 году он опять попадает в суд. То есть в 718 году уже теперь в Дамаске. За что? В Дамаске. К сожалению, здесь не сказано, да, то есть я не знаю. Ибн Кесир, ну, потому что я... В любом случае, за свои вероубеждения. Это... Да, это однозначно, конечно же. Ибн Кесир не описывает, за что. Поэтому, к сожалению, мы не знаем. И, в принципе, единственный человек, по крайней мере, насколько я знаю, единственный человек, который описывает это событие, это Ибн Кесир. И это самый один из авторитетных источников, потому что он, Ибн Кесир, является примерно современником тех событий, ему лучше известно. И поэтому другие источники, насколько я знаю, нету. И, по крайней мере, если есть, то они берут свои данные у Ибн Кесира. Поэтому, а Ибн Кесир не описывает, то есть детали не описывает. У него книга очень многотомная, это, в принципе, понятно, то, что он детали не вдается. Итак, в 718 году, опять-таки, его... Но что здесь можно сказать, что он издает какую-то фетву, за эту фетву его судят. В 720 году уже его осуждают. Осуждают в 720 году. Я прочту, если, конечно, найду, да. Вот 18 том Аль-Бидая ва Нихая. Ибн Кесир пишет следующее. Это 201 страница 18 тома Аль-Бидая ва Нихая. Он говорит, что Укида маджлисум бидаре саада ли шейх Тагиюддин ибн Таймия. Была организована встреча, заседание с присутствием эмира, султана или его представителя. Ваштамаа фихи аль-кудат. Там были судьи. Валь муфтун мин аль-мазахиб. И были муфти из разных мазхабов. Из разных суннитских мазхабов. Маликиты, шафииты, ханафиты и так далее. Вахадара шейх. И был также ибн Таймия. Ваатабуху аль-ауда иляль-ифтай би мас'алати талаб. То есть суд был связан с каким-то вопросом, с какой-то фетвой, связанной с разводом. Вот что пишет, в принципе, на что указывает. А что именно он издавал, ибн Кесир не говорит. Сумма хубиса шейх яума идин биль-кал'а. После этого заседание, он был арестован и брошен в тюрьму. Тоже в каком-то, в какой-то крепости, да, то есть это все произошло. Это 720 год, 720 год. Он еще год пребывал в тюрьме, через год, то есть в 721 году был освобожден из тюрьмы. То есть с 720 года по 21 год находился в тюрьме, и так пребывал он до 26 года. Вы посмотрите, сколько его судили за всю жизнь, за разные нововведения. Настоящий преступник. Рецидивист. Самый настоящий рецидивист. То есть с 720 по 21 год он сидел в тюрьме, в 21 году был освобожден. Да, в 26 году он уже повторно был также брошен в тюрьму в 26 году. Он 5 лет находился на свободе, через год брошен был в тюрьму. А что происходило дальше, шейх Курбан? Если я, позволите. Если позволите, я все-таки закончу, потому что это последнее событие в его жизни. После этого... Ну тогда, если это да, то... это был последний раз, когда его посадили. Последний раз, когда его посадили. Хотя, наверное, лучше все-таки оставить, потому что здесь кое-что хочется сказать. Шейх Курбан, спасибо вам большое, то, что вы приходите, так интересно рассказываете. Но мы обязательно продолжим эту тему.
на следующей передаче, иншалла. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу, но мы с вами обязательно встретимся на следующих передачах, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.